Здравствуйте. Мы находимся в поселке Никита. Прямо у дома всеми любимой, популярной советской певицы Софии Ротару. Да. Вот нам посчастливилось. Я еще хотел сказать, что эти видео я размещаю на YouTube исключительно для личных целей, не для широкого просмотра, а для семейного, как семейная история. Ну и моя бабушка, баба Нина, Нина Ефимовна Дремлюга, очень любила Софию Ротару. Ну и вот эта причина для меня была сюда приехать, вспомнить о бабе Нине и вспомнить о Софии Ротару, вот, которая ходила, она ходит, вот ее дверь. Сейчас ее дома нет, где-то в отъезде, но она живет здесь. Мы это узнали. Вот ее замечательный дом. И мы благодарны соседям, что они нам с удовольствием показали вот дорогу. И я рад за Софию Ротару, что она в таком красивом месте. Вот так. Ну все, до свидания. До свидания.